Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проводят встречи с коллективами детских садов муниципалитета с целью обсудить предварительные результаты реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которой выполнялись губернаторские программы и наказы народной программы «Единой России». Так депутат Олег Цуцков встретился с коллективами детских садов номер 37 и 32, которые входят в структурное подразделение Успенской школы. Также он посетил лингвистическую школу.